Магазин «Новая фантазия». Сегодня к нам попал необычный конструктор Джека, артикул 06642. Чем необычен этот конструктор, сейчас я вам расскажу. Сверху он упакован в такую супер обложку цветную, как книжка упаковывается. Что внутри? Коробка, кстати, еще такая массивная, как будто из фанеры сделанная. С изображением как снаружи, так и внутри. А внутри мы видим доску. Это основание, на котором все происходит. Она сделана из чего-то прессованного, непонятного, среднего между деревом и пенопластом. Что-то такое вот. Ну, пробка, может быть и пробка. Ну, да, наверное, пробка. Может и так. А суть игры состоит в чем? У нас есть карточки с инструкциями. 5 двухсторонних карточек. На каждой есть инструкция по сборке звездолета. Внизу видно, сколько деталей нужно. В данном случае 1, 2, 3, 4, 5, 6. Две одинаковых детальки. Мы находим их среди тех, что в наборе. Вот. Устанавливаем. Каким-то таким образом размещаем на нашей доске. После чего прибиваем гвоздиками. В комплекте есть 40 гвоздиков. Примерно гвоздики сантиметровой длины с большими шляпками, чтобы ребенок себе по пальцу не ударил случайно. И молоточек такой не особо тяжелый, удобный молоточек для того, чтобы можно было забивать эти гвоздики. Гвоздики специальное отверстие вбиваются, то есть слишком уж долбить не нужно, они будут легко забиваться. И таким образом мы, собирая элементы и забивая гвоздики, сделаем звездолет. А потом все можно разобрать и играть заново. Ну, достаточно оригинальная игрушка. И навыки развивает полезные. И помогает различать элементы, выбирать их из большой кучи, выбирать нужные. Правильно сопоставлять основы конструирования. Также их надо разместить на доске грамотно, чтобы все поместилось. В общем, я считаю, достаточно интересная, полезная игрушка. Поэтому смело рекомендую. Сделана она качественно, хорошо. Наверняка дети будут играть с интересом. А потом все можно убрать, чтобы не валялось. Закрыть крышкой. И до следующего раза куда-нибудь на полку поставить. Потому что коробка плоская, закрывается плотно. Отличный подарок, отличная игра. Рекомендую, пожалуйста, покупайте. Вам понравится.